Швеция переживает шок после вооруженного нападения на школу на юго-западе страны. Мужчина в маске Дарта Вейдера ворвался в учебное заведение с мечом и напал на школьников и преподавателей. Учитель и один подросток скончались от полученных ран. Состояние еще одного ученика оценивается как критическое. Приехавшие на вызов полицейские ранили нападавшего, и через несколько часов он умер в больнице. Его личность установлена. Это 21-летний местный житель. Не исключено, что он был участником радикальной националистической группировки.